Привет, прогрессивные друзья. Еще раз хочу рассказать, как Дом.ру, Интерзет, провайдер в Санкт-Петербурге, в Невограде, меня обманул с акцией. Очень простые условия в акции. 1000 рублей 4 месяца. Они сказали, сами придумали эту акцию. Заплатил я 1000. Прошло 3 месяца, и они переключили меня на 450, по-моему, или 500 рублей, самый дешевый у них, который сейчас. Можно даже посмотреть. Я такой думаю, а где же четвертый месяц за 250 рублей? Нормальная цена 250 вместо 400 или 300. А, да, 500 уже подняли цену, 450. И все, и четвертого месяца нет. И они говорят, вот, а акция была до там 1 июля. Так я-то подключался на 4 месяца. 1000 заплатил за 4 месяца. Откуда я знаю, до какого акции? Они могут придумать там завтра, это через день она типа кончается и все. И они думали долго. Ну то есть здесь вот даже описывать нечего. Сказали на 4 месяца, дали только 3. Быстренько бы переправили. Нет, несколько дней я ждал. По-моему, дня 3. Написал пару писем, 2-3 письма. И на третье письмо написал, что давайте мне быстро включайте 4 месяц. И они включили. Только после не первого письма, хотя должны были сделать нормально после первого письма. Эта фирма очень крупная, которая миллиардами рублей ворочает, миллионами долларов. Вот чего нужны им были вот эти вот, сколько, 250, 250 рублей, вот влепились ко мне. Вместо 250 бы за один месяц, а вот 500. Элементарно можно было решить, да, вопрос, посмотрели бы, да, человек 4 месяца не получил, все, давайте ему там, ну, в течение часа. Нет, 3 дня, 3 письма, если бы я третье письмо не написал, ничего бы не ответили. Ну, как бы решили вопрос, да, 4 мне месяц дали, но тебе вот, видишь, тебе надо все время выпрашивать, ты такой раб, ебучий раб такая, в государстве ты всегда говно, не только для чинуш и для провайдеров. Они снизошли и дали мне четвертый месяц, а я должен был выпрашивать там у них. Дайте мне четвертый месяц, о которых мы договорились об акции. Я даже вот ролик тогда не записал, посердился, конечно. Но вот сейчас я вспомнил. Потому что очередной провайдер меня обманул. Они свои вот эти договоры даже не выполняют. Ну сказали же, вот столько стоит и все, не стоит и ладно, и пошли в жопу. Блин, нет, вот надо все время цену поднимать, что-то хитрожопить. Сволочье. Интернет. Блять. Постоянно надо следить. И вот есть, видите, акции есть, я даже не буду показывать. Там всегда был архив. То есть ты подключился, например, 4 месяца там, или полгода, ты хочешь посмотреть, а правда ли было 4 месяца? Я-то, ну, помню более-менее, а людям нафиг это нужно. И ты лезешь, и сейчас нету архива. То есть они что, поменяли какое-то условие и говорили, да, Лошок, давай еще должен нам заплатить. Блин, ну вот условия есть точные, и ладно, по ним давайте работать. Либо с людьми вообще договариваться, там, люди какие-то свои предложения. Нет, вот лишь бы обмануть, чтобы человек забыл, архив убрать этих акций. Так что, когда разговариваете с ними, записывайте разговоры. Это мошенники, бандиты, все вообще, все, что есть в государстве, мошенники, бандиты. Разговоры записывайте. И храните фотки вот этих акций, там, сохраняйте документы. Ну, а потом, в крайнем случае, если вас пошлют к черту нахер, то хотя бы вот в интернет, как я, выложите. И прогрессивный народ хотя бы знать будет. А так-то обращаться некуда. Ни Роспотребнадзор, ни суды, естественно, они все против вас, ребята. Ну, на этом все. Слава прогрессу, слава мне. Это был ролик про обман Дом.ру Интерзет. Это они объединились. Не хотели они мне давать четвертый месяц. Обязательно все с кривлянием. Пока, ребята.